мой скрипучий голосок с пожеланием счастья. Эти слова крупным ровным почерком, присущим, по словам графологов, открытым и уверенным в себе людям, 33 года назад Игорь Тальков вывел на новой пластинке и подарил ее любимой крестной, Лиде. Автограф – главный экспонат музея Талькова в Щекинской школе номер 11. Этот музей открыли в конце 90-х в честь знаменитого выпускника. Тогда же создали клуб памяти. Личные вещи, афиши выступлений, копии писем. Все это подарили мама и старший брат певца. В музее проходят творческие вечера, конкурсы чтецов. Там же спонсор, местные власти, скульптор и подрядчик подписали окончательное соглашение. Памятник Талькову в Щекине будет. Задумчивый, одинокий даже в лучах славы. Поэт, который писал честно о России, до мелочей прорабатывая и тексты, и музыку. Таким Игоря Талькова запомнили друзья и родные. Таким же певца воплотит в бронзе московский скульптор Виталий Казанский. Он представил макет будущего памятника. Его установят в Щекинском парке. Композицию, двухметровую фигуру Талькова, который спускается по порожкам, на фоне символической страницы из книги и стул с гитарой, одобрили и родственники знаменитого певца. Долго думал, как же сделать памятник Талькову, чтобы он не был обычным, чтобы он не был просто с гитарой или просто с микрофоном, а подчеркнуть его внутреннюю составляющую, его идею жизни. Пришла такая мысль, что это должен быть не просто памятник, а Игорь должен уходить. И я его изобразил в таком виде, что он снял со стула плащ, кинул на плечо, уходит, и, уходя, поворачиваясь, говорит: «Я вернусь». Словами из его песни. Стоимость проекта почти 8,5 миллионов рублей. Их выделил Фонд развития Тульской области «Перспектива», который работает под патронажем губернатора Алексея Дюмина. Деньги потратят не только на памятник. Рабочие облагородят территорию. Установят освещение и лавочки, уложат тротуарную плитку. Мы все летом сможем насладиться и увидеть действительно то произведение искусства, которое не только жители города Щекино, но и, я думаю, что все поклонники творчества Игоря Талькова ждали много лет. Это памятник на родине, где родился известный композитор и певец. Открытие памятника запланировано на 1 июля. Пока же на его месте символичный камень. Его заложили 4 ноября в честь 60-летия певца. Андрей Чаркин, Александр Лехнер, Первый Тульский.